А сейчас для награждения приглашаются наши генеральные партнеры, партнеры и участники выставки. Слово предоставляется главному врачу Уфимского НИИ глазных болезней Марвановой Зулихе Рамильевне. Дорогие друзья, я прошу прощения, что Мухаррам Тарамович сам не может сегодня, сейчас, в данный момент присутствовать на этом мероприятии, потому что срочная встреча внеплановая со службой протокола, так как завтра у нас планируется не менее важное мероприятие, поэтому в этом мероприятии буду участвовать я. Дорогие наши друзья, без участия фирм, спонсоров невозможно проведение ни одной конференции. И ваше активное участие, ваша поддержка финансовая, душевная, как говорится, позволила нам организовать столь великолепное мероприятие. От лица Института глазных болезней мы выражаем вам слова глубокой благодарности и признательности. И большое вам спасибо, что вы нам позволили организовать и вот провести это столь великолепное мероприятие. Итак, так, на сцену приглашаются наши генеральные партнеры ООО «Регал». Вартамана Интернешнл. ООО BCKM. Фирма АО «Сантен». ООО «Алкон Фармацевтика». ООО «Навартис Фарма». На сцену приглашаются партнеры ООО «Аллерган СНГ Сарл». ООО «Полистлайн». ЗАО «Монолит». ООО «МД Вижн». Представительство МС «Вестфалия». ООО «Митаптех». ООО «Р Оптикс». ООО «Валиант». АО «Байер». ТЭА «Фарма».
На сцену приглашаются участники выставки, представительство компании «Урсофарм». Московское представительство «Ромфарм Компани». ООО «Сентис Рус». ООО «Профит Фарм». ООО «Инфомед». ООО «МТОС Тормов». ООО «Валимед». ООО «Медин». Всем спасибо.